Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Всем здорово, всем привет, Артем Нестеренко. Сейчас еду как раз на прямой эфир радио РТЛ. Сегодня понедельник утром, и мы будем с ними общаться на тему бизнеса. Как ваши дела, ребята? Кто у нас там подключился? Чем занимаетесь? Если вы будете находиться возле компьютера, то найдите сайт радиостанции RTL. По идее, там должен быть видео, даже эфир. Буквально через час я буду начинать. Меня пригласили пообщаться на тему бизнеса, вот, поэтому сегодня буду там. Ну а в Киеве, как всегда, пробки. Я уже на Южном мосту подзалип немного. Вот, надеюсь, сейчас успею за 40 минут доехать. Понедельник, люди сразу все спешат заниматься своими делами по утрам, кто на работу, кто в бизнес. Какие вы бы хотели вопросы, чтобы мы обсудили в прямом эфире? Напишите. Чикаго. Сколько времени в Чикаго? Наверное, там сейчас ночь. Крот на месте, отлично. Хотите, я вам покажу, что у нас стоит на мосту? У нас стоят вот такие вот броневики, видите? Так, на всякий случай мост охраняют.